Дима, размер, пожалуйста. Дима. Нет, так смотрю пока. Мужчина, а вот жирик слабосоленый есть у вас? Жирик? Жирик слабосоленый есть? Нет. Вы хотели вяленого? Или вяленый, да. Мы можем для вас завялить, если хотите. И сколько будет стоить? Ну, не знаю, вот надо будет у вас вешать, это уже сестра знает цены. Не, я имею в виду за килограмм вяленый сколько будет стоить? Вот вы можете позвонить и у сестры все узнать. Ага, спасибо. То есть можно завялить, да? Да, можно для вас на заказ завялить. Спасибо. Жири, кстати, они пока остался свежий, двухдневный, хороший, есть. Но мне вяленый надо или соленый, слабо соленый. Вот мы здесь можем для вас его поверить. Если интересует, лучше позвоните, мы отложим. Спасибо. Номер, сколько нужно? Ну еще поймайте на случай, все, правильно? Закрой, а? Есть, но меньше. Жирик же в реке не закончился, еще поймайте, правильно? Редкая рыба. Редко бывает у нас. Редко, да? А если не секрет, видео куда-нибудь пойдет? Не знаю. Вот. Если что, это нас отметьте, да? Я вам визитку дал, напишите. Вообще подписывайтесь на нас, там очень много подписчиков у нас. Да? Мы сами снимаем. У нас двух аккаунтов ВКонтакте, в Инстаграме. Около 13 тысяч подписчиков. Это горячего копчения рыба. А вот вот жирик, хорошая рыба, да? Но на самом деле что-то редко попадается. Ну это редкая рыба. Редкая. Был в Крыму, да? А? Был в Крыму, говорю. Так. В Крыму дороже, чем здесь продается рыба. Забавно, да? А находится рядом с, это, с морем находится. Почему ты написал, что там, где рыбу даже вылавливают, там она дороже? Цена там почему такая? Потому что малых судов нету, как я из интернета смотрел, малых судов нету. Вот. В основном большие корабли. Вот. И большие корабли, когда привозят, им по чуть-чуть отгружать невыгодно. Они отгружают сразу на базы, рыболов. Ну, сразу приезжают в берег, грузка идет большими партиями. А мелкими никто не заберет. Получается, когда он зашел на этот завод, завод уже продает по своей цене. Но она может быть чуть ниже этой. Но судя, что там на севере все дороже, люди говорят, что цена от вашей не особо отличается. Именно поэтому сами люди говорят, были бы малые суда, было бы хорошо. Потому что у нас даже, говорит, рынок находится в километре от берега, а цена будет вообще меньше. Только поэтому. То, что если вдруг я жил бы в Крыму, да, то за рыбой мне следовало бы приезжать сюда в Альметьевск. Ну, вы знаете, она же там нет, только было время. Нет, я говорю о севере. А, о севере? Большие корабли приводят вот, именно о той ситуации. Может быть, она там как-то вот только-только ее заморозили, через день привезли, начали продавать. А это же... Просто она идет через завод, поэтому... До нас бывает вот через 3 недели доходит рыба. Вот такая. Может быть, поэтому у нее цена другая. Но в Крыму почему-то дороже, даже овощи и фрукты дороже почему-то, чем в Альметьевске. Хотя в Альметьевске... Хотя Альметьевск самый дорогой город Татарстана. Хотя, может быть, овощи здесь примерно по той же цене, что и в Крыму. Ну вот, в Алуште был, допустим. Они в Крыму, вы имеете в виду, дороже? В Крыму дороже. Хотя у них там и климат благоприятный. Но, может быть, из-за санкций у них там что-то не то.
Может быть, вот, хотя сейчас может пустили, и вот не так давно начали поезда ездить по мосту, куры-то уже давно запустили. Может быть, что-то подешевеет, и, да, вот, потому что доступность будет больше. Да, с чем это связано. Ну, спасибо, до свидания. Это что? Это курага. А курага сколько килограмм стоит? Это 250. Самый отборный. Есть подешевле 150, 200 есть манабди. Самый лучший курага вот это манабди. Смотрите, отборный. Курага с Узбекистана, наверное? С Таджикистана. А с Таджикистана? Да, самый качественный товар. Попробуй. С Таджикистана, не, спасибо. Ленобах. А с Таджикистана курага лучше, чем с Узбекистана? Курага, или одинаково? Одинаковые будут. Одинаковые? Киргизия, Таджикистан, Узбекистан одинаковые. Среднеазийские все одинаковые. Просто качество хороший сорт. А есть средний сорт, это 150. Вот это лучше. Это тоже Таджикистан? Это все таджикские. А здесь сколько стоит? Это 150 дам. 150? 150 дам. Это просто, смотрите, тут один кадр может. Здесь мелкий, крупный смешан. А это отборный сорт. А вот это отборный 200 дам. А изюм весь по 200 рублей, да, килограмм? Нет, там 300 есть, 250 есть, 200 есть, какой вам? Вот это, наверное, 300, да? Да, это годный, перед черный вот это, тоже 300, вот а это 250, 250, вот это 250. А вот это 200, да? Это 200, хороший изюм, чистый, без мусора. Спасибо. Сделай вот такой хороший. 200 рублей просто. А это что, болишь, да? Нет, это традиционный пирог, песочное тесто, лимонник, черносив, курага. Это лимонник, киви, малина. Ага. А сколько стоит? 130. Это гвардия. Это вот тоже 130? Это. Да. Нет, это 120, это 120. Вот это 130. А, 130. Угу. Остальные 120. Вот это тоже 120? Да. Это кекос, это сметанник, это королевский ватрушка, это черносив, курага, гвардия. Спасибо. А сами делаете, да? Нет, из пекарни привозят. А что за аппарат? Сфотографируют, что ли? Да. Так это, на память, чтобы потом это, домой приду, сестра...